Цены на квартиры в Краснодаре самые доступные по сравнению с крупнейшими городами России. Такие выводы озвучили эксперты-аналитики одного из крупнейших агентств недвижимости страны. Они сравнили стоимость квадратных метров в самых экономически развитых регионах. Между тем, эксперты рынка недвижимости отмечают, что выбор жилья – серьезный шаг, и нужно учитывать множество факторов при покупке квартиры. Прежде чем заключать договор, следует внимательно изучить деятельность застройщика. Главное правило – никому не верить на слово. Ведь нарисовать красивые картинки, рассказать, как все будет замечательно, может каждый. Прежде чем покупать квартиру, нужно узнать историю застройщика. Сколько домов сдали, соблюдают ли сроки сдачи, надежная ли компания, не полениться и съездить на стройку, оценить темпы и качество строительства. Обязательно посетить уже построенные жилые комплексы, посмотреть объект снаружи, изнутри, насколько обещания картинки соответствуют действительности. Уточнить, привлекает ли компания для строительства кредитные средства, что для нынешней экономической ситуации совсем нежелательно. Посмотреть на дома, сданные в эксплуатации полгода-год назад. И обязательно обращайте внимание на инфраструктуру. По мнению экспертов, в Краснодаре примерами грамотной комплексной застройки являются микрорайоны «Панорама» и губернские группы компаний «Югстройинвест». В квартирах этой строительной компании современные планировки от студии до просторных трехкомнатных, качественная предчасовая отделка, высокие потолки, двойное и панорамное остекление балконов. При этом объекты обладают всей необходимой инфраструктурой. Благоустроенной территорией, спортивными и детскими площадками. В каждом микрорайоне есть детские сады, в губернском строится школа. А полная техническая оснащение компании, собственное производство и автопарк позволяют сдавать дома раньше сроков. Объекты возводят в соответствии с 214-м федеральным законом и с полным юридическим сопровождением сделки. В конце этого года особенно актуальна покупка жилья в ипотеку с господдержкой. Именно поэтому группа компаний «Югстройинвест» приготовила для клиентов специальные условия. Получить более подробную информацию об объектах и предложениях компании можно на официальном сайте. Его адрес сейчас на экране.